позитивный плакат на входе. В областном реабилитационном центре стараются не терять чувство юмора. Здесь возвращают к нормальной жизни бывших наркоманов, помогают родственникам наркозависимых пережить трудную ситуацию. Будущие журналисты внимательно слушают врачей, психологов, много берут на карандаш. Задача СМИ – объяснить людям, что наркомания – общая беда. Чтобы победить это зло, нужно объединять усилия, уверены специалисты реабилитационного центра. С этим согласны и на журфаке. Одна из задач журналистики – это общественный диалог и обеспечение этого диалога. И, к сожалению, вот люди, которые проходят здесь реабилитацию, это люди, которые выкинуты из этого диалога. И задача журналистики, наверное, договориться с обществом о том, чтобы эти люди тоже стали частью этого важного диалога. Около 100 человек ежегодно проходят через областной реабилитационный центр для лечения наркозависимости. Курс лечения рассчитан на 1,5 месяца. Здешние специалисты буквально вытащили с того света десятки человек. Есть случаи, когда бывшие пациенты возвращаются в реабилитационный центр, но уже в качестве консультантов. Через некоторое время она пришла уже выздоравливающая, пришла с идеей о том, что она хочет работать, помогать другим. На сегодняшний день это один из наших лучших консультантов по химической зависимости. И средства массовой информации могут помочь. Пропаганда здорового образа жизни, материалы о семейных ценностях. Все это может удержать подростков от желания ступить на скользкую дорожку. В реабилитационном центре уверены, чужой беды не бывает. И наркоманию легче предупредить, чем лечить потом. Айгуль Зиганшина, Павел Баймаков, Станислав Левин. События.